Друзья, это экстренный выпуск «Лохматой души». Ребята, нам срочно необходима помощь. Срочно. Две девочки, Бренда и Белла. Бренда легавая, возрастная девочка, ей приблизительно 6-7 лет. Девочку мы нашли в прошлом году в полях. Вылечили от пироплазмоза, стерилизовали. Ребята, в этом году заметили, что второй день девочка не ходит в туалет. Животик раздулся. Немедленно отвезли к врачу. Сделали клизму, потом сделали все-таки, посмотрели, сделали снимки. У девчонки огромная опухоль, огромная киста. Ребят, ребенка необходимо срочно стерилизовать. Бренди, нужна срочная операция. Операция тяжелая. Я прошу вас, мои хорошие, жизнь собаки висит на волоске. И в ваших силах нам помочь. Из-за того, что огромные долги в клиниках, мы не можем просить врачей опять оперировать в долг. Ребята, прошу вас, помогите. Помогите, ребят. Ребята, вы извините. Просто я очень волнуюсь. И сказала, что там нужна стерилизация. Нет, ребят, стерилизация нужна будет только Таксионе. А Бренда у нас уже стерилизована. И опухоль вот эта огромная, неизвестно, как у нее выросла, что перекрыло ей, передавило весь кишечник. Ребята, я прошу вашей помощи. Пожалуйста, хорошие мои. Я прошу вашей помощи. Ребята, как никогда. Прошу вашей помощи. Ребята, помогите. Ну не могу я, господи, нервы вы уже все, черт знает где. Ну столько проблем на голову, столько все валится и валится, ну. А людьми оставаться надо. Надо, мои хорошие, помогите. Пожалуйста, помогите. Вместе с Брендой у нас еще есть Белла, таксенок. Ее просто привезли нас к приюту и отдали. А у нее все молочные железы в шишках, в опухолях. И этих двух девочек необходимо срочно оперировать. Ребята, умоляю, помогите, пожалуйста. И не дай бог вам в жизни столкнуться с чем-то подобным. Я прошу вас, мои хорошие, все мы люди. Я умоляю вас, ребята, помогите. Нам срочно надо прооперировать двух собак, Беллу и Бренду. Ребята, жизнь собак в ваших руках, в ваших сейчас. От ваших 100 рублей зависит их жизнь. Помогите, прошу вас. Обращаюсь ко всем, друзья, умоляю. Экстренный выпуск «Лохматой души». Прошу помощи. Ребята, срочной, срочной помощи. Прошу вас. Ребята, и на нас опять написали жалобу. Та же самая дама, что живет от нас, черт знает где, за лесом. Уже пишет везде, где только можно. Мы мешаем ей жить. И проверка одна за другой. И завтра опять проверка с министерства. Что она только не пишет. Господи, ну откуда у нее... Откуда в ней столько яда? За что? За то, что делаем доброе дело, за то, что спасаем, за то, что ушли в поля подальше от людей. И все равно эта тварь пишет, что мы землю используем не по назначению. А если мы будем использовать по назначению, то мы должны жить возле ее забора. Ребята, это все выматывает нервы, это так давит, я прошу вас. И боль собак. И проблемы приюта. Уже никаких сил не хватает. Я прошу вас, ребята, помогите.